И тоже спасибо, больничка, за донат. Слушаем еще один трючок. Без очереди. Что-то явно прометаленное, но с саксофоном. Я вот даже не знаю, хорошо, что он особо не ложится в гармонию. Не ложится вроде все четко. Даже мозг плавится, начинает немного. Не, ну он как будто не строит, да, типа? С музыка. Чуть поублюдочнее из-за этого звучит, но оно может даже и прикольно работать. Ну, типа, меня не раздражает точно. Потому что я, как бы, хоть и абсолютник, но я говнарь. То есть, если что-то не строит, но оно может прикольно работать при этом. Типа... Такое, да, вот прям противноватое, короче, вот. А если вокал не строит, то козяй. Ну, да, наверное, да. Особенно если многоголосие. Звучит все тоже очень прям... качественно очень. Тут по сведению, вот я не знаю, ну к чему здесь докопаться. Хорошо звучит. Тоже это кривость, да, такая, типа, но, опять же, типа, грамотная кривость барабанов. Так что отечественное производство.
Еще прошлый трек тебе бы зашел. Если тебе такое по душе. Который... Ну ладно, уговори. Краст, группа Краст, Watching Emptiness. Ну, на канале сейчас будет. Да что ж ты будешь делать-то, а? Спасибо большое. Тут этот нужен... Просто, вот что ж такое-то, да что ж ты будешь делать?